живут вместе со львами, которые родились в нашем зоопарке, и вот там львы, которые выращены нашими львицами, они дикие, они не подпускают человека и не подходят. Вот вам разница воспитания человеком и матерью. Кушать меня не можно. Симба. Вот такой симба, да. Вот такой донецкий лев наш. Крупный, большой, да, хороший. А расскажите еще про донецкого, в каком состоянии он попал? Слушайте, вот этот лев приехал в парк, и у него задняя часть совершенно не двигалась. Он таскал за собой задние ноги. Это была очень душещипательная такая история. Даже я не верил, что ветеринары и парк, мы сможем поставить его на ноги. Но сегодня он, вы видите, какой благодарный, большой. То же самое проблема были. Я сяду. Микрофон. Сегодня он очень благодарен за свое вот такое преображение. Очень любит и доктора ветеринара Василия, который к нему приезжает. И говорит, видите, обнимашкам нет конца. Причем они борются за место, кто будет сидеть на моих коленках первый. Давай, ложись. Вот так. Ты первый. Вот так. Пока нет. Да. Сурхана нет. Ты первый, Симба, конечно, ты любимый, ты самый любимый. Да и ты хорошая. Да? Шерхан. Может быть, Шерхан, иди сюда. Я хочу на телефон, да. Иди сюда. Виталик, на мою возьми мою. Они мне удобны. Сними на это. Нет, звук вроде запиши. Да я понимаю. Этих ребят знает вся страна. Осада. Вот теперь осада. Теперь место осады, да? Осада должна порежать. Да. И ты тоже хочешь порежать. Ложись. А Симба не лежал. Не ругайтесь. Давай. Симба. Кушать меня не можно. Ты большой, ты тяжелый. Иди сюда, садись. Вот так и живем. Так и общаемся. Ой, ну отстань, а. Ой, Шерхан, вот. А? Не, давайте так. Вот так. Давайте еще раз повторите, что они сейчас борются за ваше внимание. Ну, на самом деле, сейчас они борются за то, кто первый будет сидеть на коленках лежать. Для них это вот особое место, да. Да, ты папин сын такой. Ой, такой. Да? Шерхан, ты обиделся, ушел? Да? Я понимаю, что это особое выражение чувств. Ну, вот представляете, вот когда большой лев вас вот так лижет шершавым языком, и ты не можешь это делать. Ой, большой. Сейчас, это ж не так просто выйти еще. Да? Ой, Шерхан. И Симба такой хороший. Ты что за животное такое? Ну, вы посмотрите. Да она за части растянут, ну. Я понимаю, что тапок кожаный, натуральный, сильный. Вкусный, то есть. Не можно. Вот уже порвали, а? Шлепок, а? Надо было шлепки снимать. Тоже сказал не думать. Ой. Все, встаю. Ой, все, я встаю. Там где-то опять ветрозащита потеряла. Вот она. Ну, как-то так. Отлично. Он уже публику собрали. Где директор? Там много людей. Называется «На злобу дня». Проезжая мимо, я вижу Мусю. И вижу котенка. Это та самая
кошка, которая нам зимой подсуетила. И вот такой у нее уже большенький котенок, пушистый. Братик нашего Сажика. У нее их было два, одного рыженького забрали, а остался вот такой тигровый окрас. Красивый тоже котенок. Смотрите, кто у нас называется. А вон сидит. Муся привела. А вон. Муся хорош. Сидит красотун. Такой красивый кот. Еще ни один котенок от Олега Алексеевича не ушел. Ты такой красивый. Ой, какой хороший. Да, не сильно доволен. Скажи, не ожидал, скажи, я думал, я быстрый. Ты хороший. Ты пушистый такой. Ты такой пушистый. Ой, как хорошо, Александровна, тебя не пристроила никуда Татьяна Викторовна. Хоть что-то в парке останется. Ой, их еще столько наплодится. Ну, сейчас мы сделаем стерилизацию очередную. Повела мама. Все, похвасталась. Пумы у нас красавцы. Так, ну, а я поеду. Вечер. Хороший. У каждой кошки оставили по котенку. Не у каждой. Некоторых забрали полностью. Друзья, если кто-то хочет котеночка, сейчас такие красотуны остались. Прямо прелесть все. Звоните. Татьяне Сергеевне можно администратору позвонить. Сейчас пока что из всех котят забрали только... Ждет свою хозяйку, она еще не забрала. Только камышика. Но у нас есть совсем не хуже камышика. Красавцы. Девочки алые, именно алые розы для вас. И мальчики тоже. Чтобы ваш вечер удался. Я когда вижу вот эту прям картину, фотографию, получаю удовольствие. А, матрёныш тоже воспитывался в сказке и в ёбочке. И вот так в обнимку жили.